строим сегодняшний дом в Санкт-Петербурге и считаем, что архитектура и искусство – это где-то очень рядом. Вот. Учитывая, что у нас красивый город, мы стараемся сделать его еще красивее. Сами проводим архитектурные конкурсы среди там, молодых дизайнеров, дарований. То решили поддержать и этот конкурс, потому что считаем, что такие конкурсы украшают наш город. Сюда я пришел действительно благодаря дочери, реально. Она участвовала действительно в этом самом конкурсе «Кристалл Бол» среди молодых дарований. И даже занимала третье, шестое место. Ей очень нравилось. И придя сюда за дочерью, я проникся к данному конкурсу. Потому что это действительно очень хорошо, очень красиво, талантливо. Красота, изящество, страсть, вот, перемешанная с ритмами музыки. Очень круто. Почувствовали атмосферу, потому что те самые люди, пары, большое спасибо, которые выкладываются на паркете, они расплескают в разные стороны столько эмоций, от них просто нельзя укрыться, тебя также переполняет, начинается переживать. Это праздник.